Устраивать концерты в честь праздников в Центре социального обслуживания «Вера» – традиция. Фантазии у сотрудников центра не отнять. Каждый раз различные творческие коллективы создают что-то незабываемое. Вот и накануне Международного женского дня «Вере» было весело и по-весеннему тепло. Поздравляем своих любимых, самых красивых, самых лучших женщин, которые к нам ходят. Вот мы их очень любим, так что будем для них устраивать праздник. Поздравить женщин с 8 марта в центр пришел юный музыкант Сергей Петелин, который сыграл на балалайке. Также для милых дам выступил русский хор и хореографический ансамбль танца «Без границ». В этот концерт сотрудники «Веры» решили добавить частичку юмора и показали юмористическую сценку. А музыкальный руководитель Центра социального обслуживания Александр Лагунов исполнил для зрителей несколько песен под гитару. Пожелать, во-первых, здоровья, конечно, и для женщин, как всегда, всегда быть красивой, очаровательной и неотразимой. С праздником, дорогие женщины, всех с праздником. Под сопровождение гитары выступила и певица Александра Быкова. Милый друг, нежный друг, я как прежде любя, в эту ночь при луне вспоминаю тебя. Женская часть получателей услуг Центра социального обслуживания «Вера» остались в восторге от такого подарка накануне самого светлого, теплого и женственного весеннего праздника. Концерт замечательный. Спасибо за то, что поздравили нас с таким хорошим женским праздником. Праздники весны. Пожелали нам всех всего-всего-всего, чего желаем мы сами. Самое хорошее – это здоровье, крепкого здоровья. Спасибо, что нас не забывают, что нас всегда в этом доме принимают. Мы здесь и пляшем, и поем. Мы под таким впечатлением, так понравилось вообще от души. Почаще в такие праздники были. В завершении концертной части гостей пригласили на чаепитие с печеньем. Так, в кругу добрых друзей женщины встретили 8 марта. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Виднетве.